Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие девочки! Вас приветствует Алена Ариес. Ну и в первую очередь, раз уж это большое видео, я благодарю вас от всей души за прекрасные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите предсказания. Мне на самом деле очень приятно. Особенно нравится читать ваши комментарии. Не тогда, когда вы пишете «благодарю», а тогда, когда вы действительно пишете какие-то ситуации, как проигралось. Так что пишите в комментариях по делу. Также, девочки, напоминаю вам, что это все-таки общее онлайн предсказание. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по вот этому номеру, который тут внизу. Вот я его сейчас даже побольше сделаю. Ну и начинайте предсказывать сами. Ничего не надо учить с моей большой книгой Таро. Получаете книжечку через 5 секунд, открываете ее, независимо от того, есть у вас колода карт или нет. И все, вы сразу представляете, какой классный предсказатель, потому что здесь по 11 пунктам. Каждый аркан, каждый абсолютно по 11 пунктам. То есть значение каждого аркана по 11 пунктам. То есть вы просто задаете вопрос, если нет колоды карт, открываете книжечку и просто читаете. Это будет ваше личное, собственное предсказание. Если есть колода карт, то выкладываете карту, соответственно, и потом ищите эту карту. Для этого вам нужно, конечно, полистать книжечку, понять, они здесь все по порядку. Вот. И также читаете ответ на свой вопрос. Предсказывать вы можете не только себе, уже сейчас, сразу, но также родным, близким, друзьям, знакомым, а потренируйтесь и сможете реально предсказывать кому угодно. Так что приобретайте книжечку, потому что скидка, огромная скидка на нее, и подарок будут всего лишь, так было всего 10 дней этой акции, осталось уже 7. То есть через 7 дней скидка на большую книгу Таро перестанет существовать. Книга, конечно, останется, но она будет намного дороже. Так, ну и сегодня у нас с вами очень серьезный вопрос, поэтому я решила сделать такое длинное предсказание. Это что вам по судьбе на пороге в сентябре? Вот. Что такое судьба? Судьба — это совершенно не то, что там где-то прописано, да, или свыше что-то вам пришло. Нет, судьба, она берется откуда? Это ваши родители, это ваше воспитание, социальное окружение, в котором вы росли, и не только росли, но и потом работали, возможно, учились. Вот. То есть все влияет, и благодаря семье и всем окружающим вас людям у вас заложились какие-то определенные установки и видение мира. Вот. Вот это и есть ваша судьба. Если меняете мысли, то есть по большому счету, если проще сказать, то судьба — это ваши мысли. Вот. Если меняете мысли, соответственно, меняется судьба. Вот. И сегодня посмотрим с вами, что же вам по судьбе на пороге в сентябре. Я выложу по три карты, а вы сейчас сосредоточьтесь на себе любимых. Похвалите себя обязательно. Сделайте себе комплимент. И затем, только прислушавшись к себе, выберите одну из трех позиций. И будем смотреть, что вам по судьбе на пороге в сентябре. Итак, первая позиция. Смотрим. Девочки, ну, самое главное, что у вас прямо на пороге сентября, это то, что вернется какой-то мужчина, он заскучал,
с которым у вас был конфликт, расставание, разрыв или развод. Вот, вот он явится. Еще важное событие на пороге сентября – это то, что будет либо повышение квалификации, либо повышение в должности. Вот такой еще будет момент. И если вы в поиске работы, может быть, вы не работаете, или в поиске каких-то возможностей, может быть, бизнес собираетесь открыть, то будет вам предложение выгодное, скорее всего, по работе. Может быть, по бизнесу. Если вы собираетесь открыть свое дело или свой бизнес, то там проиграется у вас как то, что найдете партнера или мецената, или человека, который, скажем, вложит деньги в ваш бизнес. Или в ваше дело какое-то. Но это если вам нужно. Если у вас уже есть бизнес, то, скорее всего, да, будет какое-то очень интересное, очень выгодное партнерство. И это прямо на пороге сентября. На пороге сентября, девочки, ну, это первая неделя буквально, первые 10 дней. Вот. Ну, и самым важным фактом является то, что, да, вернется какой-то мужчина. Вот. Это для всех, кто выбрал первую позицию, для тех, кто выбрал вторую позицию. Посмотрим. Так, что для вас тут? Встреча или знакомство с каким-то мужчиной. Мужчина серьезный достаточно. Светленькие, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Мужчина сам проявит инициативу для знакомства или для встречи. Если у вас роман на расстоянии, скорее всего, это встреча, возможно, долгожданная. Если вы свободны, да, то, скорее всего, знакомство по инициативе мужчины. Вот. Если же у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, или вы в паре, в браке, то, скорее всего, тоже будет знакомство с каким-то мужчиной. Единственное, что проиграется, скорее всего, это знакомство у вас по-разному. У кого-то может быть именно для любовных отношений, скорее всего, да. Но точно так же может быть и для работы, карьеры и бизнеса. То есть какое-то деловое знакомство, скажем. Мужчина, как я уже сказала, серьезный, несмотря на то, что это огненная стихия, огненный знак зодиака. А вот, тем не менее, то есть, если это знакомство для отношений, то отношения будут серьезные, надежные, долгосрочные. А вот, что касается работы, карьеры и бизнеса, либо вам предложат какое-то классное место работы, что вы будете прям довольны, а вот, про должность нет, я не скажу. Вот. Единственное, что могут еще что-то предложить вам. Дополнительно. Дополнительные обязанности. Дополнительно, дополнительную подработку. Попросят выйти там не в свою смену. Вот. Все это будет оплачиваться. Да? Но что касается денег, вот здесь на пороге сентября карты советуют вам поэкономнее распоряжаться деньгами, то есть не тратить, хотя денег у вас будет достаточно, но тем не менее карты советуют все-таки не покупать в начале сентября какие-то дорогие вещи. Особенно если вы собираетесь приобрести какую-то недвижимость, то лучше немножечко подождать. Вот. Так что, если ждете предложения по работе, да, по бизнесу тоже может быть, но смотрите, это новое партнерство или вот партнерство с этим мужчиной, если у вас бизнес, не принесет вам огромного дохода. Да, вам будет нравиться, да, партнерство будет достаточно надежное, то есть, или сотрудничество, да, с этим мужчиной, но какой-то огромной прибыли оно вам не принесет. Да,
скажем, будет ожидаемая прибыль. Вот так я бы сказала. Вот это начало сентября для второй позиции. Ну, теперь посмотрим третью. Для тех, кто третью позицию выбрал. Ну, у вас тоже знакомство, я вижу, тоже с мужчиной светленький, рыжий или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активно целеустремленный, жизнерадостный. А мужчина откуда-то, скорее всего, откуда-то приедет. Но у кого-то это может быть знакомство, вот, а у кого-то встреча с вашим мужчиной, да, если у вас роман на расстоянии или ваш мужчина, скажем, уехал куда-то. Может быть, в командировку, может быть, на заработки, к примеру, уехал мужчина. В общем, в любом случае куда-то уехал. Если же ваш мужчина дома, если вы в паре, в браке, то, скорее всего, все-таки новое знакомство. Кроме того, мужчина может быть иностранец или другой национальности. Вот. И еще по судьбе вам на пороге сентября какая-то девушка, у которой русый цвет волос от светлого до темного с голубыми или зелеными глазами. Она к вам для помощи, возможно, да, в чем-то хочет вам помочь. Может быть, если вы в поиске работы, может быть, с предложением по работе. Может быть, если бизнес, то здесь вряд ли партнерство, скорее всего, какая-то очень хорошая клиентка, с которой, скажем, можно будет долго сотрудничать. С клиентами тоже можно сотрудничать, если клиенты постоянные. Да, вот эта девушка может быть претенденткой на постоянной основе быть вашей клиенткой. Независимо от того, какой у вас бизнес, в какой сфере. Вот, кроме того, еще кого-то из вас ждет обучение прямо в начале сентября. Да, может быть повышение квалификации, может быть подтверждение квалификации, либо еще какие-то курсы, семинары, тренинги. Может быть даже для вашего личного развития, не обязательно по профессии. Но зато вам придется, честно говоря, преодолевать, вот по старшему аркану сила, преодолевать себя для достижения ваших целей, для того, чтобы и работать, и учиться, ну, у кого-то может быть обучение. Вот. Не помню, сказала или нет, для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, скорее всего, тоже будет новое знакомство. И еще момент. Если вдруг ваш мужчина, который был мужчина или муж, ушел к другой, то имейте в виду, что он, скорее всего, появится. Я пока не вижу на начало сентября примирения, но он точно, то есть если он точно ушел к другой, то сейчас, в начале сентября, он от нее уйдет и проявится в вашу сторону. Но, как я сказала, пока примирения как бы я не вижу. Вот таким будет начало сентября для вас. А я вам напоминаю, что вы можете стать предсказателем мгновенно, буквально за 5 секунд с моей большой книгой Таро. Получаете книгу, сразу ее открываете и сразу можете на ней предсказывать. Прямо на ней. Вот моментально, мгновенно. Не существует больше таких книг. Почему-то никто, кроме меня, этого больше не придумал. Вот, значение каждого аркана по 11 пунктам. Вот. И все вы можете спросить, все узнать, потому что очень многогранные значения в книге даны каждого аркана. И причем они даны так, что вы действительно реально можете задать вопрос и получить на него ответ. Сразу же, мгновенно. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Ну а ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии. Желаю вам всего самого-самого наилучшего не только в начале сентября, но и всегда.